А вот этому герою только еще предстоят олимпийские баталии. Я говорю сейчас о Сергее Устюгове. Знаменитый лыжник из Междуреченского прошел отбор и в феврале должен отправиться в Пекин на главные старты четырехлетия. В этом году югорчанин показывает отличные результаты на этапах Кубка мира. В его копилке 3 серебра и бронза. Одна из наград досталась Сергею в спринтерской гонке коньковым стилем. Он уступил лишь норвежцу Йоханнесу Клебе и стал вторым. Благодаря этому результату Сергей Устюгов и отобрался на Олимпийские игры. У него уже есть опыт выступления на таких соревнованиях, но вот медали олимпийской значимости пока нет. Будем надеяться, что в скором времени он это исправит.